Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Викторович Мор и президент публичного акционерного общества нефтяная компания «Лукойл» Владимир Викторович Алекперов подписывают соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и публичным акционерным обществом нефтяная компания «Лукойл». Сегодняшнее соглашение, которое подписано с Тюменской областью, исполняющей обязанности Александром Викторовичем Муром, оно характеризуется тем, что в нем заложены принципы участия компании и в образовательных программах Тюменского университета, и в приобретении машиностроительной продукции. Компания «Лукойл» является крупнейшим заказчиком оборудования, материалов на территории Тюменской области. Мы активно сотрудничаем с научными центрами. «Лукойл» создал один из крупнейших научных центров в городе Тюмени, который сегодня успешно выполняет уникальные работы по освоению западносибирских месторождений. И вот та система, которая нас сегодня радует, когда есть преемственность, и дела Сергея Семеновича, Владимира Владимировича Якушева, сегодня исполнение обязанностей возложено и доверено президентом Александром Викторовичем, конечно, внушает нам уверенность, что те программы, которые были намечены и реализовывались эти годы, они и дальше будут выдерживаться в том же темпе и будут направлены на создание как промышленного потенциала, так и социальной инфраструктуры, в том числе для устройства северян на юге Тюменской области, наши коллективы и Ханты-Мансийского автономного округа, и Ямал-Ненецкого автономного округа. Я уверен, что Александр Викторович поддержит вас на выборах, которые будут состояться 9 сентября. Я надеюсь, что наши коллективы примут активное участие, в том числе и в день голосования 9 сентября. Желаю вам успеха. Спасибо большое, Иван Гитцуфович. Уважаемые коллеги, сотрудничество Тюменской области с компанией «Лукойл» имеет многолетнюю и очень позитивную историю. Заключается она в том, что компания активно принимает участие в социально-экономическом развитии нашего региона, активно взаимодействует с промышленными предприятиями, с компаниями инновационного сектора, IT-компаниями и нашими университетами. И это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, причем с каждым годом размер этого сотрудничества увеличивается, и мы со своей стороны готовы приложить все усилия для того, чтобы такое эффективное и позитивное сотрудничество продолжалось многие годы вперед. И именно поэтому сегодняшнее соглашение нами было подписано, которое на несколько лет определяет основные направления нашего сотрудничества. Одно из них и очень важное является приложением к этому договору. Это проект по увеличению участия компании «Лукойл» в закупках промышленной продукции на территории Тюменской области, в первую очередь продукции импортозамещающей. Сегодня между промышленным предприятием Тюменской области и компанией «Лукойл» сложились очень хорошие отношения, причем мы немножко меняем парадигму от «купите то, что мы производим», до парадигмы «скажите, какие проблемы, какие технологические задачи вы решаете, и мы поможем вам их решить». У нас сложилась замечательная практика проведения технологического дня компании «Лукойл», когда все тюменские промышленные инновационные предприятия помогают в решении проблем, которые сегодня перед собой стоит компания «Лукойл», и мы видим, что объем закупаемой продукции и объем закупаемых услуг компании «Лукойл» у предприятий Тюменской области с каждым годом растет, и это нас очень радует. Я надеюсь, что и в последующем мы сможем решать все стоящие перед нами задачи и перед Тюменской областью, и перед компанией «Лукойл» совместно, обсуждая эти проекты и принимая решения, которые были бы полезны и эффективны обоим сторонам. Спасибо большое. Спасибо. Thank you.